На радио позвонил житель Скоколя 43. Анонимно, правда. Но сказал, что у него очень холодно. Давайте посмотрим. Вот хотя бы на окна, да? Вот Максим, тепловой инспектор, нам сейчас покажет. Визуально посмотреть по дому. Вот во множество квартир окна приоткрыты. Ну, наверное, говорит о том, что, наверное, не холодно в квартирах. Я смотрю, в подъезде открыты, и в домах, причем даже простые окна, не пластиковые, тоже открыты, форточки вон открыты, значит, людям тепло? Скорее всего, да, наверное, если бы люди бы замерзали, я думаю, они бы, наверное, окна бы не открывали. А на ЭТП вы замеряли, там температура на входе? Да, параметры соответствуют графику и подачи, и обратки. И обратки, да, все в порядке. Ну что, может быть, попробуем походить по людям? Позамерять температуру, как у них в доме. Давайте попробуем. Ой, как хорошо, как тепло. Можно нос погреть? Здрасте. Мы с тепловой инспекцией хотели вот тоже проинспектировать, какая температура. Конечно, когда ты привык 28 в летние месяцы, в зимние месяцы плюс 28. И, конечно, когда случается плюс 20, людям некомфортно. Конечно. Хотя на самом деле плюс 20 это... Это в норме, там от плюс 19. Да, это рекомендованные температуры для здорового организма. 26. Видишь? 26,2. Вот то, что вы говорите. Вот если я, допустим, знаю, что у меня вот эта зона вот здесь, она как бы сифонит, независимо от того, что я как бы балкон закрыла. Да, и вы прикрыли. Но если вот были морозы, видите, я как бы выставила эти подушки, потому что у меня ребенок маленький. Конечно. Поэтому я блокировала, как бы, ну и жду, когда потеплеет. Потеплеет, я все верну обратно. Давайте я вам покажу. Вот видите, засечки идут, бывает точечка стоит. Вот у вас они сейчас просто в среднем режиме. Так. И на зиму вот эта засечка, она просто вот в шестигранник поворачивается в сторону резинки. И он плотнее. Вот, да, это зимний режим, это средний, а сюда это летний. Ну вот мы не только ходим, замеряем температуру, да, но и подсказываем жителям, как им поступить, чтобы не терять тепло в домах. Вот, например, укрепить окна пластиковые. Отрегулировать, да, все правильно Максим говорит. Ну что, мы сходили, замерили температуру. Здрасте. Привет. У вас тепло? У нас, знаете что, вот эти вот квартиры, вот... У главы, вот, да? Вторая, в втором этаже вон Тамара идет. Ага. Они, это самое, хозяева. Угу. А мои приехали ребятишки. А остальные квартиранты, они нас там прорывают, ходят эти. И вот даже приходили, ремонтировали эти дежурные ночью. Мы говорим, господи, из-за этих вот... Не хочу польёт говорить. Но у вас тепло, хорошо все, да? Тамара, у тебя тепло? Здравствуйте. Да, как? Ну, сейчас 23. Сейчас 23? А в угловой квартире живете? Да, вот здесь вот, да, в угловой? Пятая. Ну что, мы замерили здесь температуру. Здесь тепло. Температура колеблется от 23 до 25 градусов тепла. Но все-таки, если у вас холодно, то... Нужно обратиться в первую очередь в управляющую компанию, на обслуживании которой находится данный дом. И выяснить причину.